Здравствуйте, меня зовут Ирина Тюнина, и со мной рядом стоят добрые молодцы и красная девица с нового Узманского многопрофильного техникума. И мы вас будем знакомить с русскими народными танцами, играми и хороводами. Игра, которая называется «Я по горенке иду». Что мы делаем? У нас ведущий находится в центре, начинает идти по кругу со словами «Я по горенке иду, себе друга я ищу». Вообще, это даже не просто слова, это песенка. «Я по горенке иду, себе друга я ищу». Подходит кому-нибудь. Пою дальше. «Вот ты». И мы два раза хлопаем друг дружку в ладоши. Раз, два. «Вот я». Хлоп, хлоп. И под ручку кружимся и говорим «Вот компания моя». После этого уже два человека начинают идти по кругу с этой же песенкой. «Я по горенке иду, себе друга я ищу, вот ты, вот я, вот компания моя». Дальше идем уже вчетвером. «Я по горенке иду, себе друга я ищу, вот ты, вот я». Вот компания моя. Хорошо, а теперь давайте еще разочек сначала. Игра «Я по горенке иду». Идем и поем слова. «Я по горенке иду, себе друга я ищу». Останавливаемся, выбираем себе друга. «Вот ты». Хлопаем. Раз, два. Дальше. «Вот я». Хлопаем себе. Раз, два. И под ручку крутимся и говорим. «Вот компания моя». После этого уже два человека идут по кругу и поют. «Я по горенке иду, себе друга я ищу, вот ты». Раз, два. «Вот я». Раз, два. «Вот компания моя». «Я по горенке иду, себе друга я ищу, вот ты». «Вот я». «Вот компания моя». И таким образом у нас так, ребятишки, давайте танцуем. Вы давайте сюда, отойдите сюда. Я не знаю, как не пришел. И таким образом все люди на празднике объединяются, хлопают друг друга в ладоши и кружатся под ручку. Чего у вас спешит, казалось?